Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на обзоре будут кухонные причиндалы с прошлых распаковок. Если вы не видели распаковочку, можете тыкнуть вот здесь на экране, и вы увидите, собственно, эту распаковку. Я обещал, что сниму отдельный тест для вот этих двух зверей. И по заявлению продавца, вот эта фигня запаивает пакетики. Допустим, вы распечатали какой-то пакет с чипсами, семечками, да вообще что угодно, что может вообще рассыпаться. А вот при помощи вот этой приблуды вы можете запаковать, запаять пакет и быть спокойным, что ничего у вас не просыпется. Работает этот паяльник на двух пальчиках батарейках, и узнать, как он работает. Нужно приложить вот здесь вот наш пакетик между двумя частями и прижать на 5-7 секунд для того, чтобы здесь вот разогрелся наш элементик. И уже потом медленно мы ведем до конца пакета. Предлагаю сейчас это все и проделать. Для начала возьмем вот такой вот пакетик. Так, ну давайте туда запихаем кота. Тихо. Так, вот будет у нас тут кот. Итак, собственно, вот таким вот образом мы упихали туда кота и прижимаем на 5-7 секунд. Поехали. И что-то у нас ни хрена он не запаялся, даже после 6-7 секунд. Пробуем еще раз. Да, элемент, кстати, горяченький такой. Странно, почему не запаялось. И пакет вроде бы тонкий, и ни хрена не запаивает. Давайте подержим подольше, пусть прогреется. Ну вот, мы подержали секунд 12, и вот медленно-медленно будем вести это дело. Что мы видим? У нас он ни хрена не работает, этот аппарат. Возможно, у меня приехал бракованный, потому что в описании там отзывов я видел то, что эта штука действительно рабочая, все дела, там ждешь 5 секунд, и она, мол, типа прогревается, и поехали дальше. Ни хрена. Может быть, действительно нужно подождать полминуты, может, тогда он начнет запаивать. Давайте подождем. Ну вот мы подержали буквально полминуты, и он, видать, прогрелся, но все равно. То есть я вижу место, где он пытается, вот чуть-чуть подплавляет его, но он не запаивает. Это вообще, то есть он даже на вот таком тоненьком пакете, он не может нормально припаять. А целевая задача ее, выполнять это дело все быстро. Извините, чтобы запаковать пакет какой-то вот такой хренью и все это сидеть ждать там 2, блядь, часа, 3 часа. Это что за херь вообще? То есть мне проще, блин, смотать и какой-нибудь прищепкой, блин, зацепить и все. Это полная лажа, это вообще неинтересно и, как говорится, вообще выброс денег на ветер. Собственно, я не рекомендую это. Возможно, гипотетически, что мне пришла какая-нибудь херь, которая не рабочая и тому подобное. То есть лажа полная, мне не нравится. То есть зря, короче, бабки потратил и, собственно, показал вам, что может быть и вот такое. Здесь еще есть, кстати, магнит, который ни хера не держится на холодильнике. Сейчас я это дело покажу. И я не знаю вообще, для чего это нужно, но вот, допустим, мы повесили его на холодильник. И вот буквально чуть-чуть вы поддели, и он скатывается у вас. Ёб твою мать. Так, ребят, ну вы сами видели, что произошло. Ну, собственно, на этом можно и закончить обзор этой херни. Получается, что у нас это китайская говнота. Вот так вот это потом я соберу, как-нибудь приведу это в первоначальный вид. В общем, не советую, это полная хрень, вообще лажа полная. Не паяет еще, не греется, еще хреново висит на своем этом магнитике, и как только она вниз скатывается, она просто разлетелась в хлам. Ну вы сами видели, говно. Так, и вот нам еще пришла вот такая штуковина. Это типа нам позволяет сделать маленькую леечку на каком-нибудь из там кастрюли там или еще какой-нибудь хрени. Сейчас мы эту хрень прицепим к какой-нибудь таре и продемонстрирую, как это все работает и работает ли вообще. Так, короче, мы сюда вот так вот цепляем эту резиновую хрень. Ну, типа как носик, не носик. Ну, что-то типа того у нас получается. Так, вот у нас лейка. Наливаем сюда воды. Ну и, допустим, пытаемся все это дело перелить сюда. Проверяем. Слушайте, а удобно, реально удобно. Кайфовая штука. Так, ничего у нас тут не подтекает? Не. Очень классно, ребят.
прям удобно наливать. Короче, вы сами видели, что это, вот эта штука очень хорошая, то есть на какую-нибудь кастрюлю там или кружку, чашку вы можете спокойно нацепить это, и у вас будет более комфортный, как говорится, процесс наливания. Стоит она около 150 или 100 рублей, скорее всего, можно это дело еще дешевле на Али найти. А вот эта херня с надписью «Лидер», мать его так, это пипец какой-то. Вы просто бабки на ветер выкинете. Она развалилась тут же с первого падения, ни хера не работала, ни хера не паяла, и по всем инструкциям, как правильно все это дело, и даже больше, херь полная. Возможно, мне пришла такая, но это попадает в китайскую говноту. А с вами, как всегда, был канал Распаковка. Двапаковка. Не забываем поставить лайк этому видосу, подписаться на канал и вступить в группу ВКонтакте. Там просто писец как весело.